Молодежная биржа труда «Импульс» провела День трудовой мобильности для молодежи. 6 предприятий в районах республики и за ее пределами сегодня предложили вакансии для молодых людей в области от 18 до 30 лет. В основном это стажировки, во время которых специалисты могут приобрести опыт и навыки работы. В целом сегодня в Якутии 13 тысяч человек находятся в поисках работы. Половину из них составляет молодежь. По данным, в прошлом году более 2 тысяч молодых людей встали на учет по безработице. 70% из них удалось трудоустроиться. Сегодня нам предоставили вакансии 6 предприятий, в том числе такие предприятия, как «Сахатранснефтегаз», «Сбербанк», «Сундар Автодор», Институт единых социальных программ. Также предоставил вакансии пункт отбора граждан на военную службу по контракту. С организациями, которые не имеют возможности представить своих специалистов, у нас организовано скайп-собеседование в режиме онлайн.